Я здесь, вверху. Ниже. Там огромный открытый балкон. Я покажу тебе. Пошли. Тебе легко говорить. Вот и я. Оставайся там, я спущусь к тебе. Я знаю, где нахожусь. Эти ворота ведут к бане. Ты можешь найти путь туда? Ну, конечно. Нет ничего легче, чем найти путь отсюда к бане. Хорошо. Я встречу тебя там. Ну, я просто спрошу первое же песчаное создание, на которое наткнусь. Не мог бы показать мне путь к бане, пожалуйста? Спасибо, тысячи благодарностей. Встретимся в бане. Она приказывает мне как слуге. Я сам виноват. Женщинам нужно сразу указывать их место, иначе быстро садятся вам на шею. Я был слишком мягким. Ну, возможно, это потому, что мне было ее жаль, но больше этого не повторится. С этого момента ей придется во всем слушаться меня. Если, конечно, я смогу найти ее. Готово. И я начну свою историю отсюда в следующий раз. О, ты ждала здесь все это время? А я просто не понял, что ты имела в виду эту ванну. Я думал о другой ванне, о той, что находится на другой стороне города. Я хорошо искупался и смазал волосы благовониями. Как жаль, что тебя там не было. Да хватит говорить сама с собой. Готово. И я начну свою историю отсюда в следующий раз. Готово. И я начну свою историю отсюда в следующий раз.